Людмила Трофимовна с опаской держит в руках свой смартфон. Пока они так и не подружились. То ли руки не слушаются, то ли телефон живет своей жизнью. Это предстоит выяснить опытным наставникам. Вместе с другими пенсионерами Людмила пришла на занятия по информационной грамотности. Урок состоялся в рамках пилотного проекта «Твой друг смартфон». Цель проекта, помимо того, чтобы получить информационную грамотность, это общение. Общение двух поколений. Да, там поколение двух разных поколений. Цена, разрешение экрана, оперативная и физическая память. Это и многое другое успели обсудить участники проекта. Особенность занятий – индивидуальный подход. За каждым пенсионером закреплен юный наставник. По словам организаторов, пользу от такого взаимодействия получат не только пенсионеры, но и ученики. Навыки наставника для школьников, знания для взрослого поколения. Во-первых, не у всех пенсионеров есть дети, которые могли бы им помочь в этом, и поэтому они приходят к нам. А важно это потому, что в современном мире невозможно без цифровизации. Даже после одного занятия Людмила Трофимовна почувствовала уверенность в себе. И теперь смартфон в ее руках лежит как влитой. Сколько у меня лежит на телефоне денег, чтобы общаться? Я раньше нажимала звездочку 100 и решетка. Теперь мне говорят, зайдите туда-то, туда-то, мегафон плюс 6. А как туда зайти и что там, как разобраться, я не могу. И когда я обратилась к Ильюше, он говорит, я вам это помогу. Если проект будет востребован, количество площадок увеличат. По мнению организаторов, это отличная возможность адаптировать пенсионеров к современным устройствам. Так они смогут оплачивать счета и общаться, не выходя из дома. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».